Добрый вечер. Ну, неприятный немного счет, тем не менее, ваши комментарии по игре. Да, какие тут комментарии могут быть? Счет на табло. Просто сегодня соперник оказался в некоторых моментах сильнее. Сложилось впечатление, что первая пропущенная шайба как-то обескуражила команду. Как удалось это преодолеть? Да никак она не обескуражила. Просто, да, было немного неожиданно, но все равно старались собраться и играть в свою игру. Ваша шайба, ваши эмоции. Там сделал все партнер, мне только исполнить осталось. Смог ли чем-то по игре удивить соперник сегодня? Или ожидаемо была такая игра с SK1946? Ну, SK1946 всегда играет быстрый техничный хоккей. Ну, сегодня у них это получилось. А в чем в целом сильные стороны этой команды как соперника? Ну, как я и сказал, много техничных игроков, двигают шайбы. И тогда последний вопрос, традиционный для всех. Что есть в молодежной хоккейной лиге, чего нет в других лигах? У нас, к сожалению, она немножко обделена вниманием в городе. Почему стоит посвящать большее количество матчей молодежке? Ну, потому что здесь ребята отдаются в каждой игре на все 100%, стараются доказать и себе, и тренерам, и родителям, что они чего-то стоят. Спасибо. Большое спасибо.